Продолжим. В Алматы сгорели кассы гондольной дороги горнолыжного курорта Шимбулак. Сама канатка при этом не пострадала. Загорелась деревянная постройка. В ней в это время находились три кассира. К счастью, никто не пострадал. Пожарные справились с огнем за 15 минут. Кассирши увидели открытый огонь в районе щитовой. Попытались потушить, не получилось, и экстренно эвакуировались. Выгорела кухня, санузел и щитовая. На работу канатной дороги пожар не повлиял. В течение нескольких дней проезд можно будет оплатить на верхних кассах дороги. Причины возгорания сейчас выясняются.